Так, ребята, вот сейчас попробуем с моим помощником немножечко приподнять голубей. Не знаю, как получится, но вот как есть, так и есть. Попробую несколько раз их чуть-чуть припугнуть. Ну, над крышей особо нельзя летать, все железное, поэтому как бы не особо может все получиться. Вон они боятся. И боюсь еще, что стая мне снесет мою игрушку такую. Они вон дикарят, носятся. Ну, сейчас туда подальше. Я думаю, я их приподниму. Сейчас пока что так. Ну, а дальше посмотрим. Надо отлетать. Надо отлетать, а то они мне... Точно, ну, не все пошли. Ну, как и говорю, я пока учусь и особо не владею. Поэтому боюсь, что и они мне что-то повредят. Это так вот. Надо как бы и под них, и тогда стаю можно и загнать. Ну, я потом покажу там стаю, подниму, несколько штук оторвутся. Ну, в общем, смотрите сами, как вот получается. Не знаю. Вот, особо вверх я не иду, потому что, ну, очень много помех в населенном пункте. Поэтому стараюсь особо вверх не подниматься, хотя можно еще подняться. Ну, как-нибудь попробую еще повыше подняться и обзор показать даже в самого поселка. Ну, вот голуби как вот носятся вокруг. Там кто-то наверх еще оборвался до этого. Вот голуби, пока выгонял, сорвались. Вот оно, поле. Поле. Ну, это надо в другом режиме как-то снимать, чтобы было плавные переходы. Вот это пока вот так. Вот они мимо меня тут носятся, газуют. Поэтому я и на них смотрю, и в экран надо смотреть, и на сам коптер надо смотреть. Поэтому не особо. В общем, некоторые ориентируются именно по экрану, вот, и по карте, и, в общем, все, в общем, для меня сложно. Так, ну попробуем дубль 2. Сейчас попробую приподняться. Голуби уже наверху летают. В общем, это я вот опустился, там посмотрел, все в порядке, нет, и опять вот решил. Две стаи надо мной носятся, одни высоко пошли, в общем, мотаются. Это я так, вот оно, поле наше, откуда сапсан прилетает. Ну, в общем, это я так вот просто покрутился. Вон стая одна внизу дикарит, боятся они его. Одна надо мной и еще выше тоже. Ну, вверх камера у меня не поднимается. Можно было коптер задрать повыше, но я пока не рискую. Можно еще выше подняться и показать. Ну, как-нибудь я постараюсь. Я вот просто еще не очень ориентируюсь. Вот там надо постоянно на датчики смотреть, на все остальное, потеря связи. Ну, как вот, в общем, как могу, так и могу. Пока просто учусь, тренируюсь. Вон они, эти внизу мотаются, и те, та стая тоже дикарит. А вот там вон я стою внизу. Так что вот они рядом со мной мотаются. Я и как бы и на них периодически поглядываю, чтоб не снесли меня. Так, ну вот еще небольшой кусочек тоже вот поднялся. Они вроде бы и садились, а я взял опять чуть-чуть коптер приподнял. Там кто-то еще наверху летает. Вот космонавты мои летают. Эти тоже сейчас там кое-кто сдикарит, но я их опять чуть-чуть подниму, уже не буду я ни помощника своего трогать. Эти вот они видят, вот они как бы и боятся. Он один, он завис и не стесняется. Вот я просто затормозил. Вот и я как бы не особо еще навыков нету, могу сказать, навыков нету. Вон он стоит наверху, бьет. Наверху еще есть голуби, просто туда выше надо подниматься, и ну и камера. Камеру только могу на 90 градусов. Вон они, лентяи, внизу. Камеру могу только вниз опустить и по горизонту.
Вот. И то это, ну, когда говорится, как говорится, руки деревянные, еще ничего, в общем, не умею. И, в общем, ребята, как получается, вот хотелось бы как показать, но пока вот так вот. Может, и ничего с меня и не выйдет. И оператор с меня хреновый, и, в общем, показываю, как есть. Вот они рядом летают, но приближаться тоже боюсь. Тоже боюсь приближаться, потому что, ну, их к черту, они стаей могут и в попыхах кто-то влететь в меня большой стаей. Поэтому я и не приближаюсь. Вон они, пятиэтажки вдалеке, где я живу, видны. Вот то поле. Вот сейчас вот буду поворачивать туда дальше, вот откуда Сапсан всегда прилетает. Вот прямо вот там тоже поля. Так, это он опять, голубятня моя. Вон они там крутятся, уже на посадку хотят. Вон здесь дикобразы тоже носятся, вот повыше. И вот это вот поле, и туда, вплоть до Ингушетии, вот куда я голубей тоже вывозил, вот оттуда Сапсан прилетает. Вот ему там несколько улиц пролететь, и он уже надо мной. И вот поселок. А вдалеке вот это там город. Ну, как-нибудь я покажу. Надо просто будет повыше, можно и без голубей в хорошую погоду подняться. Вот они носятся рядом. Вот оно поле. И мои дикари носятся. Боятся они все-таки, боятся его тоже. Вон. Сейчас я их осажу вот чуть-чуть туда подальше, вот начну спускаться. Они как дикари, вот они будут видеть же сверху его, и все завалятся. Вот я уже над ними чуть-чуть наезжаю на них, и вот они начинают закручивать сразу. Сейчас все свалятся на крышу. Уже боятся, вон они. Они без коптера закручивают, а с ним еще быстрее закручивают. О, вот они что вытворяют. Ну вот как-то вот так. А мне приходится и на него смотреть. Вон моя морда стоит там. И на него смотрю, чтобы никуда не влететь. И как бы и в телефон надо смотреть, то, что надо снимать. Ну, в общем, немного сложно для меня. Я думаю, молодежь намного быстрее все это схватывает. Ну, как получается, так получается. Так, доброе утро, ребята. Вот 31 число. С утра я немножечко попробовал, опять потренировался чуть-чуть. Покажу потом. Вот они эти летают. Другую стаю вообще загнал своим малышом. Они их скинули резко. А вот еще, вон они, мои ребята, еще поднялись. Сейчас покажу, попробую. Вон они под тучи полетели, прям под облака. Вот они. Не знаю, сколько там штук. Эти улетели нормально, но не знаю, как все пройдет. Вот они. Вот так удалю. Помощник постарался. Да, они сами полетели. Эти тоже боятся, но летают. Молодцы. Здесь еще лентяи. Лентяи здесь еще. Вот попадали. Чуть мне не сбили моего помощника. Стая как сдикарила. И он оказался почти в стае оказался. Он молодец. Просто надо навыки, а то можно или улететь и не вернуться, или же разбить его, моего помощника, и все. И, как говорится, коту под хвост все. Эти вот не собираются. На улице хорошо. Небольшой такой ветерочек. Ветерочек. И совсем практически нету ветра. Так, вон они те. Сейчас вот тех покажу лучше. Так, где? Вот они, мои ребята, поднялись. Вот. Вот эти молодцы. Вот так я удалю.
прям ближе к облакам полетели. Там около десятка, может, чуть-чуть больше. Вот, не дай бог, туда сапсан придет. И все. И минус один. Выделяются голуби из толпы. О, ворона. Они вон как скинули. Вот она с облезными крыльями. О, желтенький бахает. Молодец, летает отдельно. Вот он. Вот он очень хорошо стал показывать себя. И не в стае летает, и начал бить. Начал бить. Так, эти дуреют. Пускай он лучше сядут. Вон один черныш бьет, и все, и то его ударили вон. Вот он. Бедный, и стая его подбирает. Так что скоро на работу уже. Я даже не знаю, когда надо будет звонить. Дней через, наверное, через недельку, дней через 10 все. И как бы профукал я свой отпуск. Ну, погонял голубей так чуть-чуть позанимался. Прибирался что-то. Голуби дикарят. Вот эти стрижи. Эти троечка остались. Желтый уже бы садился, к черту его. Четыре наверху остались. Эти вон взюхают. Ну, сейчас помощник еще вон он лежит, отдыхает мой. Поэтому наехать на них без проблем. И удочку не надо. Так что, так, а тех потерял. Тех пока потерял, не знаю. Сейчас пока на паузу и покажу. А нет, вот они. Вот они. В синем небе, молодцы мои. Вот они. Вот. Это уже, в принципе, к средней высоте. Они на средней высоте. Еще немножечко. И они и скроются из глаз в синем небе. Вот так удалю. Они молодцы. Вот. Так, потерял. Не фокусирует камера. Вот. Ладно. Так, сейчас еще раз попробую. Вот они. Вот мои ребята там. Тут поразлетелись они немножечко по сторонам. Стайка чуть-чуть. Вот. Вот так удалю. Так, надо мне за ними смотреть. Я сейчас пока камеру, наверное, выключу и присмотрю, как бы их папа наш знакомый не прилетел, не скушал. Так, вот. Пока еще летают мои ребята. Все спокойно. Вот они молодцы. Вот. И как бы вот идеальная кучка. Вот они. Бери хоть вот этих, оставь, остальных всех выкины. И все. И каждый день они будут вот так летать. Ну, я останусь без голубей. Этих они будут каждый день очень хорошо летать. И день через день будет минус, и, в общем, от кучки ничего не останется. Вот они летают себе спокойно, не дикарят. Вот так я сейчас буду удалять. И очень даже очень хорошо. Никто не крутит, не вертит. Никаких вот этих зихерей. Вот здесь чернохвостая. Перка гад от стаи, а то и улетел. Вот оно. Перка отвалился и сюда прилетел. И беленький еще. Вот. Белый с зеленым хвостом. Так, не могу его потом повыше. Вот он. Он
играет, играет и чуть-чуть его сносит, но он тянется домой. Вот оно. Так. Ладно. А те вообще молодцы. И небо такое красивое. Вот они. Вот мои ребята летают. Они по времени хорошо полетают, я так думаю, если никто не прилетит. Мне часика полтора и очень даже хорошо. Вот так удалю. Эти уже перка-голуб. Голубка чернохвостая и второй перка-голуб. Вот они. Этот со своими ковырочками. Так, ладно. Пока на паузу поставлю.